До единого дня голосования осталась ровно неделя. Если в день выборов вы не сможете прийти на свой избирательный участок, теперь можно проголосовать по месту пребывания. Для этого необходимо обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию, написать заявление и голосовать там, где удобно. В день выборов 10 сентября в Славянском районе откроется 67 участковых избирательных комиссий. С 30 августа они начали работать. Уважаемые жители города, мы ждем вас на избирательном участке. Приходите, пожалуйста, можно сверить списки. И все, кто будет голосовать вне города или на другом избирательном участке, мы тоже ждем вас. Приходите, напишите заявление и проголосуйте, пожалуйста, 10 сентября 2017 года там, где вы будете находиться. Кроме этого, на своих участковых избирательных комиссиях вы можете ознакомиться с информацией о кандидатах, правилах заполнения бюллетеней. Обращаем ваше внимание, для того, чтобы написать заявление для голосования на другом избирательном участке, необходимо взять с собой паспорт. Место подачи пишите 040. И первое сегодня 0001. Участковые избирательные комиссии будут работать ежедневно с 16 до 20 часов. В субботу и воскресенье с 9 часов утра до 13 часов. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».